Итак, У нас обзор короткий пайка Сбройных сил Украины, Вооруженных сил Украины, который содержит завтрак, обед и ужин. Сейчас мы не будем пробовать ничего, мы просто разложим и по каждому рациону, то есть завтрак, обед и ужин, что входит в этот рацион. Это общий пакет вот, на день, дубовый, на сутки. Вот такой вот, видите, вот. Продавать его нельзя, это есть власть Збройних сил України, не для продажу. Значок Збройних сил України, код України 682. Добовий польовий набір продуктів посилений. Його партія і так далі. Тут що содержиться, коротко. М'ясо тушковане зі свинини. Безсортове, кава розчинна, чай, цукор, мед натуральний, джем вишневий, курага, шоколад чорний, какао 56%, сіль, жувальна гумка, ложка пластикова одноразова, серветка гуперова, серветка гігієнічна, волога. І безогнівий підогріватель їди, він теж тут присутствує. Годін у нас до 18.06.2021. Это адрес, где производится. Город Киев и так далее. Я его уже открыл. Сейчас будем доставать по очереди и делать обзорчик каждого приема пищи. То есть завтрак, обед и ужин. Все, достаем. Итак, у нас завтрак. Снеданок. Что в него входит? Галети з борошна пшеничного першого сорту, горох з овочами та м'ясом яловичини, кава розчинна, цукор, курага, шоколад чорний, какао не менше 56%, сіль, гумка жувальна, ложка пластикова, одноразова, середка паперова, серветка гігієнічна, безпламенова, нагрівача їжі. Вес всього 492 грами. Це у нас обід. Галети, сухарі, суп гречани в м'ясному бульйоні з м'ясом, вкуснятина, каша ячна з м'ясом, чай, цукор, джем вишневий, перець чорний, сіль, гумка жувальна, ложка пластикова, столова одноразова, середка гуперова, сервеча гігієнічна волога, безсолоновий нагрівач. Так, 1035 грамів, кілограм. Тепер у нас йде ужин. Вечеря українською мовою. Галети з борошна, сухарі борошна пшеничного сорту, перший сорт, картопля тушкова з овочами та м'ясом зі свинини, м'ясо тушкова зі свинини безсортове, кава розчинна, цукор, мед натуральний, ух ти, сіль, гумка жувальна, ложка пластикова, одноразова, безполовина на гарячій їжі. Вес у нас 729. Итого... По пачке по этой, по общей, у нас 2492. Сейчас будем каждую брать отдельно и делать обзор по каждому рациону. То есть завтрак, потом обед, потом ужин. Все, достаем завтрак. А, забыл сказать. Безогневой, беспламенный нагревач ежи БНИ. Инструкция звукорыстания. Вот его инструкция. Как все делать правильно. Мы его не будем сейчас делать, потому что находимся дома, не в полевых условиях, так что мы его просто берем и откладываем в сторону. Сейчас достаем завтрак. Вот эту пачечку достаем. Смотрим. Итак, вот такой у нас завтрак. Солдата Вооруженных сил Украины. Вот такая вот вкусняшка здесь у нас, смотрите. Консерви м'яса рослині, бобові з м'ясом, горох з овочами та м'ясом лучини, стерилізовані. М'ясо лучини охолоджене, 3-4%, горох, сушня, вода питна і так далі. Делають в Каневі, Черкаська область. Прекрасно. Смотримо далі. Ось такий от сахарочок, ось така шоколадка, ось така от курага. Курага ее делают Донецкая область, Алексеева Дружковка. Прекрасно, ребята, молодцы. Вот, теперь у нас волога с серветкой есть.
Кава розчинна, сіль, ось такий пакетик маленький, ось такий, бачите, Ніколаєві ділають кофе, кофе в Польщі, ну, прикольно. І отака ложечка з салфеточкою, і отака гумка жувальна по американському образцу. Роблять його де? Роблять його в Харкові. Чудово, така от фішка. Ну, пробувати ми не будемо. Ну, це я лично з'їм сам. Ось так. Треба його трошки буде розігріти. Гроб за очами та м'ясо на очі. Думаю, того хватить. Тут калорій у нас 100 грам. Тут всього у нас этого продукта у нас... Так, не вижу. В 100 граммах 600 килокалорий. Ой, 143 килокалория. Вот. А масса у нас, не вижу массу. Масса 350 грамм. Ну, то есть, достаточно, как бы, сытная тема будет, я думаю. Вот такая вот вкусняшка. Тут есть вот место отрыва. Вот такой вот завтрак. Думаю, что украинский солдат не будет голодать. Ну, волонтеры помогают, так что все, в избытке. Вот такой вот завтрак украинского воина у нас. Отлично, неплохо, по крайней мере. Жвачечка. Все, смотрим теперь обед. Итак, обед. В этом паёчке у нас обед. Сейчас мы высыпаем и смотрим, что в нем тут есть. Сейчас, секундочку, сейчас мы соберемся. Итак, обед. Солдата вооруженных сил Украины. Суп гречаный. 500 граммов в нем. Вода 15, более свежая. Мясо свинины охлажденное, 16%. Картопля свежая. Тилили, морковь, лилили. Так, калории у нас 68. Умножайте на 500, получается фактическое. Дальше. Это первая страва, первое блюдо. Другое блюдо. Консервы мяса рассудни, каша с мясом. Каша ящная с мясом свинины. У нас 350 граммов. Вот такая калорийность. Свет лучше убрать. Так, смотрим. 24 месяца срок придатности. Канев. Дата родництва. 2 года. То есть 21 года действительно. Идем дальше. Джемчик есть такой. Тоже в Каневе делают его. Влога серветочка. Солька. Цукор. Сухари армейские в ровно делают. Чаек цейлонский. Черный. Гумка жевальная. И рацион галеты. Вот такой вот обед. Ну, я думаю, что вкуснятина будет вот это вот. Кашки обычно тут сильные, насколько я знаю. Только нужно будет разогревать эту всю историю. Все. Обед у нас готов. Думаю, кашку нужно будет попробовать. Кашка будет вкуснятина. Так, идем дальше. Смотрим вечерю. И будем подводить итоги. Итак, рухаемся далее. У нас вечеря. Вечеря. Без світла, мабуть, буде краще. Так. Вечеря. Консерви м'ясні, м'ясо тушковане зі свинини. М'ясо свинини 98,6%. Ну, сильна штука. В 100 грамах 351 кілокалорія. Тобто 200 грам, це почти 600, почти 700, короче, кілокалорій получаєте після цієї їди. Йдуть галетки, наші славнозвісні. Кстати, я удивился вот это, видите, вот на ночь, наверное, дают, потому что хочется. Служил когда в армии, более ночью больше кушать хочется, потому что организм работает на перегрузках. Идет такие две, видите, то есть одна вот, перекус один, и потом консервы обидни, другие. Картопля тушковая, залучаем мясом свинины. Мясо свинины, картопля свежая, цибуля свежая, морква свежая, олия солнечника, рафинованная, ли-ли-ли. Дезодорована, терпаса томатна, кухонна і так далі. Калорійність у нас, от,
158 килокалорий, 350 граммов. Вот, в принципе, вот такая вот штучка. Вместо канев теж. Идет у нас ложечка, идет у нас жевальная гумка, соль, вологая серветка, мед, цукор, кава натурально розчинна, батик, чайок, и у нас идут сухари. Снова Рівненська область. Ребята, видно, тендер взяли хороший для обеспечения украинской армии. Родина, бачите? Родина, семья, то есть. Вот состав. Ну что можно сказать? Я сейчас выберу одно что-то из завтрака или обеда, или ужина, и попробую приготовить, и разогреть и приготовить, и попробовать, что это будет за вкусняшка. И сделаю такой короткий обзорчик тоже в этом выпуске. Так что терпение. Пошел разогревать вот эту штучку. Разогреем. Вот эту. Мясо тушковане, зі свинини стерилізовані. Все делаем и делаем тоже на вкус. Проверяем, что оно. Итак, друзья, вот такой вот у нас ужин. Цветочек, конечно, не был в рационе. Это я сам его приобрел. Значит, что я тут понял? Тут у нас вот есть мясо тушковано 200 грамм. Это вот эта вот котлета здоровенная такая. Вот тарелка вот большая, она тарелка, кстати, не маленькая это. Вот этот шмандель, это вот это вот кусок этого, кусок мяса. Свинина чистая. И вот этот пакетик, оказывается, это вот картошка с овощами, это мясом свинины, это тоже вот она вот отдельно. Я ее, короче, приготовил их две. Получилось как отбивная такая. То есть довольно-таки симпатичное такое блюдо. Сейчас мы его пробуем. Я снимаю один, так что буду сам буду снимать и сам буду есть. Это у нас лавровый быстрее всего, да? Ну давай. Вот такой вот, видите, здесь. Мясо тушковое. Я разогрел это все, эту массу. Сейчас кусочек попробуем мяса. Друзья, ну, супер. Слава Богу. Чудовая, кстати, тема это. Очень вкусно. Кормим сейчас это вот картоплю тушкованную. Ну, неплохо. Круто. Очень вкусный ужин. Очень вкусный ужин. Сейчас сухарики буду точить. Потом вытру руки и выпью кофеечку потом и червячком. Это, до речи, вечеря. Ребята, пользуясь нагодой, хочу вас поздравить всех 13 июня с днем освобождения Мариуполя от разной нечисти. 6 лет назад ребята 72-й бригады, также полк Азов освободили Мариуполь от разной шалупони. Вот. Спасибо, ребят, что отдаете свою жизнь там на Донбассе. И благодаря таким, как вы, во всех городах Украины, как вы, мир сегодня у нас. Спасибо. Храни вас Господь. Всем удачи. Ешьте украинские пайки. Очень вкусно, полезно и, главное, сильно. Все, ребят, всем удачи. До побачення. Всього найкращого. Хлопці, ще раз дякую. Слава Україні. Героям слава. І Богу слава. До побачення.